Новые школы, которые реализуются по национальному проекту образования, находятся на завершающей стадии. Активно ведутся строительные работы, а также благоустройство прилегающих территорий. В школе на 600 мест в микрорайоне «Авиатор» подрядная организация набрала темп и пытается сдать объект к началу учебного года. Летом, ориентировочно, там, в августе месяце объект будет завершен. Очень важно, что и подъездная дорога с тротуарами, с освещением будет синхронизирована в эти же сроки для удобства родителей и детей. Все это также будет сделано. Объект в программе национального проекта образования. Все нормально. Объект на 1340 мест при въезде в город Азов с левой стороны от основной дороги. Также строится в рамках национального проекта образования. Также объект в завершающей стадии строительства. И ориентировочно по срокам также до 1 сентября будет завершен. Но по сдаче объекта есть риски, связанные с двумя моментами. Один момент – это вертикальная планировка, большие там перепады высот, овраг до 10 метров, дополнительные корректировки проектно-сметной документации, которые по срокам сдвинут вправо. И второе – это пешеходные переходы и подъездные дороги к школе. В отличие вот от этой школы, там еще нет даже проектно-сметной документации. Вот. Поэтому отдельно на следующей неделе и по этой школе, и по школе на 1340 мест проведем совещание со всеми заинтересованными сторонами, с привлечением Минтранса, поскольку это их зона ответственности, для того, чтобы минимизировать эти риски. Особое внимание уделяется пешеходным переходам, а также организации автомобильного трафика возле школы на 1340 мест по улице Московской.